Всем здорово, нажиманы, с вами Эндрю из Life Navis. Друзья, а у нас очередные новиночки в нашей магазиночке. Сегодня, когда я фотографировал эту жиганскую шпагу, один случайный прохожий, завидев его, сказал, что хочет к маме. Вот такая вот дико харизматичная вещица получилась. Думаю, что даже гопники, завидев его, сами захотят отдать вам свои мобильники. Ножик поставляется в трех вариациях. Коричневая G10, клинок Stonewash сатин под Bowie. Белая G10 с черной, с таким чуваком из какого-то сериала, не помню. Напишите в комментариях, если узнали его, кто это. Тоже Stonewash клинок, спуски от обуха. И еще одна моделька, это у нас будет черный полностью, с таким кинжалоподобным клинком. Что можно сказать про ножик в целом? Друзья, это не автомат, ибо с такой длиной клинка ножик был бы попросту запрещен в России. Это button lock. Да, производитель пошел на хитрость, поставил кнопочку и как бы вроде кажется, что автомат, но не автомат. Чтобы открыть этот ножик, нужно нажать на кнопку и доводом руки в сторону тряхануть. Ножик вылетает. Точнее, клинок вылетает из ножа и становится в рабочее положение. Вот и всего делов-то. По ТТХ, значит, начнем, наверное, с белого. Ну, в принципе, тут с любого можно начать. Они-то у них идентичные. Имеется в виду вес разный. 175, 178 и 181, по-моему. Как-то так. Но я думаю, пара-тройку грамм в кармане роли не будут особо играть. Значит, общая длина у ножа 267 миллиметров. Клинок 122 мм, обух 4, ширина в самом широком 18 мм. Стоят данные ножи 3990 рублей на сегодняшний день. Осевые на подшипниках, притины стальные, здесь такой паучок. Клипса переставная, глубокая, средней жесткости. Компактный, небольшой бэкспейсер из G10. Темлячное встроенное отверстие. Это, в принципе, у них у всех так же идет. Разница в форме клинка и цвета накладок. Что можно сказать про эту рапиру, друзья? Это, безусловно, харизматичный ножик, который приковывает взгляды и вызывает возгласы удивления. Блин, да даже в любой мужской компании ни одна девушка не получит столько внимания, сколько эти ножи. Стоит ли он своих денег? Безусловно. Эмоции, которые вы можете получить от него, стоят гораздо больше. И к тому же он действительно сможет справиться со 100% задачами, которые для складного ножа присущи. Хлебушек порезать, колбаску, арбуз ткнуть. Мясо порезать, курочку на кухне. Но всегда вытираем насухо. Ибо D2, которая твердостью 59-61 единица, любит сухость. Даже с учетом того, что здесь Stonewash. Попользовались, насухо вытерли. Ну и точно так же на природе. Если брать там наши шашлычки, на колбасочку, попользовались, насухо всегда вытирать. Ну что сказать можно еще. Ножик определенно получает высокую категорию одобрения. Как на подарок, так себе, так и близким. Где купить, спросите вы? А купить можете в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Ссылочки будут в описании к видео. Всем хорошего дня. Пока.